Чувашии продолжается акция «Спасибо вам, родные доктора». Тематические печатные цифровые баннеры уже появились во всех городах и районах республики. Готовятся и арт-объекты – фигуры в форме сердца, которые будут оснащены нишами для сбора благодарственных писем. Акция «Спасибо вам, родные доктора» – это возможность еще раз высказать слова благодарности тем, кто, спасая чужие жизни, рискует своими, тем, кто борется до последнего, невзирая на риски. В это напряженное время им нужны слова поддержки, внимания. Свою признательность медикам может выразить каждый житель республики. Это могут быть открытки, рисунки, сладкие подарки. В социальных сетях идет флешмоб с одноименным названием. Мы понимаем, что наше внимание – так скажем, наверное, потребителей их услуг, да, на сегодняшний день для них это очень важно. А самое главное, если мы уделяем внимание этим врачам, мы, наверное, и сами будем более бдительнее относиться к своему здоровью. Но очень хочется, чтобы к Новому году у них так или иначе в глазах появился свет, появилось состояние надежды, что в конце концов мы подходим к какому-то рубежу, к какому-то окончанию этой страшной пандемии, и к Новому году будет все хорошо.